по подобию задачку, да? То есть дан некий треугольничек. Проведена параллельная линия, ну пускай она будет там буква ТК, тут у нас С, там пускай Б. Сказано, что ТК у нас параллельно АС, да. Что еще сказано? Ну давай вот это у нас будет 3, а это будет 18, да. 3, 18. И еще, скажем, у нас дано. И еще, скажем, у нас дано, что вот это 12. Да? А мне нужно найти вот этот отрезочек. Ну, я не буду дано переписывать, все я обозначил. Так, ну, опять у нас верхний треугольничек маленький, да? БТК подобен треугольничку БАС, подобен он по двум углам, потому что прямые и параллельные, вот тут у нас соответственные углы образуются равные, да, при параллельных, прямых и секущих, значит они подобны по двум углам. Ну а раз они подобны, значит, мы сейчас составим тоже коэффициент подобия. Значит, как он будет? Ну, давай маленький к большому. 3 к 18, видим. 3 к 18 будет относиться так же, как... То есть, смотри, маленький, да? Маленький к большой. Так же, как вот этот маленький, да? Я напишу это БТ, да, БТ к большой в этом треугольнике. То есть вот, ну только вот это уже, да. Ну давай я так БТ оставлю, то есть 12 плюс БТ будет здесь написано. 12. Вот так получается, да. Понятно, почему такое отношение? X. Ну, я сначала давай написал, чтобы было видно, что это за сторона BT. Можем сейчас ее заменить на X, чтобы нам удобнее было, да? 3, 18 это X на 12 плюс X. Ну, понятно, да, как, что откуда? То есть маленький к большой, маленький к большой. К большой. Ну и решаем. Ну, давай просто крест-накрест перемножим. То есть 18X равно 36 плюс 3х, крест-накрест перемножили, переносим. Здесь будет 15х, тут 36. Ну и делим. 36 делим на 15. Это будет... Давай сократим. На 3 будет 12, тут будет 5. 12, в принципе, красиво делится на 5. Это будет 2,2, это 4 десятых. 2,4. Ну, в принципе, это вот то, что мы за x обозначили. BT, значит, вот и есть наша BT. 2,4. Так по размерам даже вроде и подходит. Потому что тут 12 чуть-чуть меньше, чем 18. А тут 2,4 как раз меньше, чем 3. Да, вроде правдоподобно. Поэтому ответ такой. Понятно, да?